think the girls with their nails done now. Всем всеобщий доп-доп-доп, дорогие друзья. Мы продолжаем с вами обозревать заводы, творчество и фабрики подписчиков. Сегодня у нас завод, который писал мне Сергей. 202 часов наиграно на сохранении. Сергей написал нам следующее. Последние 100 часов, то есть половина, идет перестройка завода. Будут попадаться неудаленные конструкции. Завод небольшой. Есть круговая шина, на которой производятся почти все детали. Из модов Smart и плюс стоящие комментария. Виталяхи на заводе не работали, надеюсь. Зря. Виталяхи хорошие ребята. Так, разрешаю выложить автосохранение. Просто сохранение. И, значит, моды применялись. Чужие схемы не применялись. Но строил по гайдам. Строил один. В принципе, и все. Здесь больше другой информации нет. Пойдем посмотреть. Выбегаем на дорогу. Видим цех и справа цех. Можно какую-нибудь забористую частушку из этого сделать. Видим цех и справа цех. Елку видим тоже, кстати. И огромный лес елок где-то вот там. Новый покрытый пластиком фундамент у нас тут есть. Елочка новогодняя. Новогоднее настроение продолжает присутствовать, несмотря на то, что Новый год давным-давно прошел. А это производство елочных игрушек здесь организовано. Угу. Сверху у нас шахты елочные работают. А внизу производство и переделка одного в другое. Новые окошечки. Современненькие пандусы. Но уже понемножечку начинает пятый апдейт проникать в жизнь простого строителя заводов. И, соответственно, наши обзоры тоже. Ладно, заглянем тогда вот в этот вот цех. Заглянем в этот цех и обнаружим там чистые слитки меди, что ли? Да, чистые слитки меди. Чистые слитки меди здесь делаются. Либо повезло, либо были открыты дополнительно. Это у нас большая-пребольшая электростанция, но мы сейчас до нее тоже дойдем. Для начала заглянем сюда. Тут есть переброска некоторой шины. Она откуда-то снизу идет. А, вон оттуда она идет. Вот оттуда она идет, проходит мимо, и здесь отслюнявливается от нее небольшое производство этих медных пластин. Медных пластин. Нет, подожди-то. Да, медных пластин. Что-то я подумал, что я что-то не туда посмотрел. Но нет, все правильно я посмотрел. Но медь для нее идет, получается, не шины, а медь идет откуда-то снизу. А, вот здесь есть отдельный домик, по которому все это дело доставляется. Внизу прям вообще все ровненько. Ровненько-прировненько. Для 220 часов что-то прям аж слишком ровненько. Подозрительно. С любовью к конструктору, господи, к добывалке. Добывалка, кстати говоря, тоже сделана на фундаментах. Очень подозрительно тут все как-то работает. Прям все очень подозрительно. Слишком ровно. Это очень прям как-то странно. Ну ладно. Значит, с другой стороны у нас тут производство, что такое, дюралюминь. Дюралюминька делается. Откуда-то из другого цеха приходит у нас алюминька. А, вот, собственно, и шина нашлась. Угу. Ну как, ничего себе, тут шина. А здесь, наверное, склад должен быть организован, да? Да, здесь, получается, организован складец, от которого почему-то отходит одна единственная штука, уходящая. А, в дроны уходит, я понял. А что здесь должно быть? Радиаторы. Именно радиаторы уходят в дрон. А, нет, еще что-то уходит в дроны. Уходит дрон, радиаторы и еще какая-то штука. А, но она уходит не отсюда. Да, тут какая-то очень хитрая конструкция. Ну ладно. Мы просто визуально посмотрим. Особо сильно вникать не будем в производство. Да, шинка выглядит внушительно прям. Прям очень внушительно выглядит шинка. Открытая, закрытая шинка. Большая такая, главное. Это тогда должно куда-то очень много всего отходить на, да, на верхние этажи. То есть это у нас получается этаж номер один. Ну, давайте пробежимся по этажам, тогда посмотрим, что у нас тут есть.
И куда-то уходит еще все это дальше. Вернее, тут в данном случае приходит. Да, неплохо тут понастроено для 220 часов. Ладно, давайте будем посмотреть. Значит, здесь производство пластин металлических. Здесь у нас производство кабелюги. Пластин кабелюги. Здесь эти малые саперные лопатки делаются. Здесь эти ограничители, и как там они называются, да, у нас? Короче, платки, либо ограничители, либо что-то в этом духе. Здесь такая же история. Здесь промышленная балка или железобетонная балка, каркасики и детали для космолифта. И пластик и резина у нас привозится, соответственно, с места переработки. Мотать тут понастроено у тебя. Так, ладно. Значит, между всем этим хозяйством находится вот такая вот большая длинная круговая шина. Мы себе запечатлеем такой кадр. Ну тут только в одну сторону. Производство сделано с одной стороны. Другая сторона у нас не используется. И пока только два этажа получается, что ли? Хотя не, погоди секунду. Не, да, два этажа. Да, здесь ничего нет. Значит, этаж один. И вот он, этаж второй. А выше у нас пока что ничего не находится. Понятно. Здесь уже стоят более сложные производства. Четырехпозиционные сборщики. Значит, производство из статоров, пластик, господи, прутов. Еще деталь для космолифта. Радиаторы, моторы. Ну, в общем, здесь все на свете. А, здесь даже таблички стоят. Специально для тупых, как я. Суперкомпьютеры, укрепленные каркасы. Детали для космолифта. Еще детали для космолифта. Блоки, как они там, охлаждения. Блоки охлаждения. Это... И еще детали для космолифта. Еще детали для космолифта. Еще какие-то там блоки. Не помню, как это все называется, но не суть важно. Это, в принципе, по картинкам можно понять. Еще кусочки. Так, это у нас какие-то там паста. А вот паста. И вот у нас делается... Ну, в принципе, здесь производится, в общем-то, все. Включая самые последние компоненты, ингредиенты и все на свете. Вот такая штука. Вот эта вот штучковина мне нравится. Красиво сделано. Прям смотрится хорошо. Это отделение получается на склад. На складские мощности. Там мы уже побывали. Ладно, давай посмотрим, что у нас в окружающих зданиях есть. Тут, по идее, должны быть некие маленькие локальные производства. В данном случае производство цемента. Угу. Да, здесь у нас базовое производство цемента. Это у нас большой, получается, большой-пребольшой производственный комплекс. Его можно сделать еще и в эту сторону, например. И тоже что-нибудь там заделать, если будет необходимо расширение. Так, вдалеке там еще что-то у нас находится. Посмотрим, что у нас здесь. Здесь катерий, проволочка. Внизу чистые слитки катерия из катерия непосредственно. И где-то тут у нас есть лужи, из которой, да, добирается вода. Для того, чтобы все это работало. Уходящая вдаль железная дорога. И с другой стороны тоже должны быть какие-то цеха. Сейчас мы на них посмотрим. Наградка, чтобы никто не умер, упав вниз. Это либо добывалка, либо маленькое производство. Это переплавка, наверное. Да, это переплавка железа. Это такая же переплавка должна быть еще и здесь. Ну да, это сложное. Это у нас сплавленные, как он там называется? Короче, медный сплав. Медный сплав, а здесь из медного сплава и катерии делаются дохренища катерийной проволоки. И все это дело уходит, видимо, по вот этой штуке на шину, да? Да, уходит оно на шину, а шина уходит непосредственно на производство туда вниз. Здесь маленькое локальное производство прутов. Над ним производство болтов, производство стальных балок, а сверху крыши и больше ничего нет. Значит, идет шина. Шин проходит еще через вот это производство, где у нас делаются дополнительные роторы. И все это дело уходит на шину, а шина уходит вот туда вот вдаль. Так, ладно, пойдем посмотрим. Небольшой, говоришь, у тебя производство? Да для 220 часов у тебя тут понастроено дофигища. Не такое уж оно и небольшое, как тебе казалось.
Значит, это у нас поля с топливными электростанциями. На совокупно 30 гигаватт. При максимальном потреблении в 34, если вдруг все это дело заработает одномоментно. Понятное дело, что оно не заработает, но если заработает, то вот. А, но даже на турботопливе работает. Вон оно что. Оно даже не на обычном, а на турбо. Ну и здесь непосредственно вся штука, которая необходима для производства этого самого турботоплива. Сама нефть подводится. Подводится сюда и через бочки уходит на производство и на переработку. Икс, ладно, пойдем дальше посмотрим, что там у нас еще скрывается. Блин, да тут хуже всего, там еще нефтянка есть на западе. Ладно. Это куда? Просто так. Это просто так, может быть, для перемещения через зиплайн. Так, это что у нас такое? Добычу воды вижу. И вижу дронов, которые должны отсюда что-то увозить куда-то. Радиаторные штуки. Так, ладно, давай посмотрим. А это еще не доделано. Это не доделано или то, что должно быть переделано. Как нам Сергей говорил, есть некоторые отрубленные вещи, которые либо не работают, либо еще не работают, либо пока не работают. Это, видимо, одна из таких, потому что здесь все в желтых лампочках. И ничего никуда не движется. Значит, вот эта вот большая балалайка, видимо, в каком-то нерабочем состоянии. Непонятно, почему она находится в нерабочем состоянии. Ну, ладно. Значит, с этим все понятно. Это домик для конвейера. Это кусочки обрезанной трубы и вот этой воды. В общем, это все в процессе перестройки, судя по всему, идет. Ладно, давайте тогда мы с вами сделаем вот так. И переместимся, посмотрим, что здесь еще есть. Так, ну это угольная электростанция. Вполне себе обычная угольная электростанция. И железная дорога, уходящая, мотать тут качалок. Что-то немноговато их здесь. А, ну хотя, в принципе, да, труб-то 600-е. Для 600-х труб... Не, все равно мне кажется... А, тут две трубы, все. Нет, тогда все нормально. Но... Так вот, красивенько трубы заделаны. Поднимаются. И ядерочка у нас тут. Ну, пока, видимо, не функционирующая ядерка, судя по всему. Это резинопластик. Резинопластик с выработком полиэфирной смолы и часть необходимого... Вернее, того, что здесь не нужно для производства, сжигается сверху. Так, с этим все понятно. Там у нас ничего нет, значит, остается у нас восточная часть карты, где, возможно, мы сейчас еще что-нибудь увидим. Сейчас пойдем посмотрим. Это алюминиевое производство. Алюминиевое производство, тут забираются бокситы... И вот в этом месте эти самые бокситы перерабатываются. Перерабатываются, а излишний алюминий уходит в утилизатор. Только утилизатор почему-то не подключен, что ли? Ну да, то есть он как бы должно уходить, но что-то как-то не уходит никуда. Здесь рядышком обнаружен еще один кусочек по какому-то безумному производству проволоки. Проволоки здесь что-то как-то вообще мое почти нисколько... Так, ну здесь делаются чистые слитки меди, а проволока непосредственно где делается. И чистые слитки катерия. А проволока вот здесь. То есть по альтернативному рецепту из медно-катерийного сплава. Там, да, получается проволоки больше всего. Здесь пока что либо наметки, либо еще не доделано. Просто закачивается нефть и все. Да? Да. Здесь у нас прокачка нефти. И остается еще куда-то идет конвейер. Сейчас мы пойдем посмотрим, куда. И здесь маленькое производство кислоты серной. Но здесь тоже все немножко в разрушенном каком-то состоянии находится. Так, пойдем посмотрим, что у нас еще тут остается.
И остается ли здесь еще что-нибудь? Ну, наверное, скорее всего, это все. Я так подозреваю. Ну да, ну тут и так понастроен для 220 часов. Учитывая то, что сколько там 100 часов идет перестройка завода, понастроено здесь очень и очень прилично, на мой взгляд. Ну ладно, вроде на этом все. Если что-то забыл, ну тогда извиняй, Сергей. Пишите, что думаете в комментариях. Задать вопрос Сергею можно тоже в комментариях и получить от него ответ. Надеюсь, тоже можно, потому что почему-то пропадают люди, они присылают завод на обзор, а потом ничего не комментируют по своим заводам. Не надо так делать, не знаю почему. В общем, как-то так. Еще куча заводов у нас осталось в списке, поэтому рубрика будет продолжать существовать, пока не закончится. Спасибо за просмотр. Если ты досмотрел до этого момента и видео тебе зашло, не поленись что-нибудь написать и что-нибудь поставить. Это бесплатно и поможет каналу расти дальше. Уведомления о новых видео ты сможешь получить, только подписавшись и включив несчастный колокольчик в настройках.